Добрый день, уважаемые зрители. Здравствуйте, мои драгоценные подписчики. Ну вот, я приехал к человеку. Значит, просил он меня сделать, оказывается, одно кресло. Вот такое вот оно. Это его тут цех. Но не суть важно. Работа предстоит такая. Сейчас я снимаю старый крой. Подушечка уже вот. Тут полностью 100% замена поролона. Поролончик уже износился. Вот, меняем поролон. Вот, отдаю швее ткань. Самый гимр — вынуть вот эти гвоздики. Бывает молдинг, как бы все слитные гвозди. Обманка под гвозди. Там, значит, 4 обманки, потом идет гвоздик для крепления и так далее. Здесь все последовательные гвозди, одинарные. Вот, и как бы есть определенные сложности в их извлечении. Нелегкая эта процедура. Уже я палец намял. Отвертка облокачивается на пальчик и херачится. Так. И посмотрим, значит, что будем делать дальше. Спасибо всем за просмотры. Друзья, подписывайтесь на канал. Не только у нас бомжи, не только посиделки дома, но и ремонт, перетяжка, реставрация мягкой мебели. В данном случае вот такое вот креслице. Довольно-таки недешевое. Если мне за работу платит он 9000 рублей за это кресло, представьте, сколько оно стоит в итоге. Так, раздербанили мы кресло. Все мы расхерачили. Вот они, скобочки, гвоздики. Вот. Вся старая ткань для швеи, размеры снимать. И теперь ждем новый сшитый крой и оббиваем. Вот так выглядит ваша мебель, друзья. Сверху она вся такая вот красивенькая, ажурная. Вот так вот она выглядит внутри. Мешковина, ремни. Вот всякая тут херь прибита, пришита. Тут вот не добили. Тут перебили. Веревочки, скобочки, картоночки сверху вот такие. Обычный картон. Вот, прибивается на картон поролончик тоненький. И сверху ткань. Так что основное в мебели, основные ингредиенты в мебели, составляющие, это каркас и сверху ткань. А внутри может быть все что угодно, еще только заблагорассудится мастеру туда засунуть. Вот здесь полностью замена будет поролончика, все будет меняться. Вот он, поролончик новый, двадцаточка, единичечка, такое вот. Все, смотрим ролик, ждем продолжения. Забыл, блять, про тебя хуй забудешь, ёпта. Я еще не умер, а тут легенды ходят, что я уже сдох. А, ну и чё, а суть? Да это, блять, как обычно, понимаешь, нахуй. Да. Вышли сало, здравствуй, мама. Вышли сало, здравствуй, мама. Ёпта. Выйди на улицу, пошурши, что-нибудь сделай, нахуй, ёпта. Да я и так на улице. Ну, ой, бедолашка, блядь, пожалеть тебя, попку не подтереть, блядь, бумажечкой, нахуй. Ну, хватит, не подумай. Ну, смотри, блядь, 5 лет прошло, мы знакомы, да, может, больше, блядь. Все, выручи, 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 и чё дальше? Потом ты просто сдохнешь, и все, и никто, блядь, не узнает, где могилка твоя.
День второй. Делаем пуговички. 12 штучек. Все готово. Воревочки. Новенький поролончик чистенький. И начинаем. Ждем кислород. Степлерок. Скобулечка. Пока не летит, не хватает. Все чистенько, красивенько. Кресло стоит, я не знаю, в работе сколько. 1050. Так. Под сиденьем мы обили. Там добавляем ремешков. Что шить? Сидушку еще. Подушку, в смысле, да? Сидушку. Ну, я понял. Ну да, эту подушку. Молнию черную воткну, похуй. Да, я думаю, тут вообще без разницы. Так, начинаем. Вот с этим материалом она охуенно смотрится. Слушай, тебе надо будет снять ремни. Да я съебу снизу. Так-то охуенно смотрится, да? Ну да. Ну да. Она будет вообще шикарно, это кресло. Ну да. Такое яркое, бля, с этим. Красиво. Главное, чтобы вот эта кареточка, вот это вот ебалы, чтобы не было. Видишь, сколько заминов здесь. Слушай, а вот это, да, может это, единичку тебе добавить? Нет, пару. Двойку добавлю. А, двойку? Она не сильно будет это? Нет. Лучше утянуть, подтянуть, ну, чтобы было попиздать. По этой, по старой лучше не ложить, потому что это будет пиздец, да? Ну, старый он, во-первых, сыпется. Вот этот поролон, он... Уже все, да? Он свое вот. Не, он все равно лучше, чем наш. Почему? Лучше, чем современный. Почему? Ну, посмотри на его консистентность, как бы, да? Он почти как авто. А, ну. Вот. Раньше делали, наверное, поролон более, ну, что автомобильный, что мебельный, да. Такой хороший. А сейчас, да, мебельный говно. Ну, это вообще, наверное, я не знаю, что это, румынское, но... Румынская, не румынская. Сейчас, короче, лепит, где попало, что попало. А ты подлокотники будешь поролон тут? Конечно. Тоже, да? Подлокотники вообще, наверное, заменю полностью. Поролон? А этот уже хуёвенький, да? Ну, просел здесь. Здесь вот. Так, а по поролону что тебе надо? Двушка? Все есть он, я вчера взял. А, угу. Вот такой вот цвет, промежуточные моменты. Вот так это все делается. Новый поролончик, новые ремни. Вот, уже один ромбик сделал. Двигаемся дальше. Самая сложная работа. Заложить ромбики. Так, ну вот такая, друзья, кареточка. Получается. Все гладенько. Все ништяк. Осталось вот низ вывести. И спинка сделана. Спинка сделана, это считай 80% работы. Класс, цвет прям как Тим Искандер хотел. Красное. Ништяк смотрится издалека. Приближаемся к завершению. У нас осталось вырезать новую подушечку. Поролон. Новый поролончик. И гвозди. По всему периметру.
Везде гвоздики декоративные. Такой вот шикардос получается. Все четко. Все в ажуре. Ни в сказке сказать, ни пером описать. Ай да Сашка, ай да молодец. Так, сделали подушечку. Все, остались гвоздики. Сейчас будем искать гвоздики. Какое-то там червленое золото. Как это так? Хуй. Молдинг вон вижу. Гвоздиков пока не вижу. Ну ладно, сейчас позвоним, спросим. Ну, гвоздей дохерища. Просто дохера. Весь контур впереди. Эти штучки. И по бокам везде. И сзади везде. И вверху. И тут, и тут, и тут. Короче, везде. По одному гвоздику, представляете? Чтоб они были в рядок. Чтоб они не перекосились. По дереву не тукнуть молотком случайно. По пальцу можно раз пять секануть, долбануть. Но кресло, конечно, огонь. Так, друзья, ну и финальная стадия эпопеи с креслом. Значит, гвоздики. Такие вот гвоздики. Декоративные. Ну, все вы их видели. Так или иначе. Вот. Ну и так как здесь неудобно было бить с подворотом, потому что делаете натяжку, плюс еще делаете складку и подворот. Во-первых, толщина здесь будет, шишки такие образовываться в этих местах. 6 слоев ткани в одном месте скапливаться будет. Неравномерно. Вот. Что мы делаем? Мы нарезаем вот такие полосочки, сворачиваем их в трубочку. Сворачиваем их в трубочку. И гвоздиками эту тесемочку. Можно ее, конечно, прошить. Вот, но я не прошиваю. И гвоздиками эту тесемочку прибиваем по всему контуру. Все, погнали. Так, небольшая заминочка произошла. Вот, в чем заминочка? Я вот начал как было, короче, через расстояние гвоздики прибивать. Вот. Но вдруг в техническом задании, когда договаривались с клиентом, всегда уточняйте, друзья, всякие эти моменты. Вот, пока далеко не ушел, вот сколько тут гвоздей, 12-13 я забил. А сколько на самом деле? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ёпта. Вот это глазомер. Вот. И, короче, засомневался. Думаю, что-то они как-то не так смотрятся. Может быть, почаще их надо прибивать. Или, может быть, вообще один к одному. Если один к одному, то это вообще жесть. Вот. Вот есть такой забивной пистолет. Но он забивает, я не знаю, куда. В муку только. Здесь дерево, во-первых, оно играет неудобно. Во-вторых, твердое дерево. Вот такой там магнитик внутри. Гвоздик шляпкой магнитится. И вот так вот. Упс. Представляете? Колотушка. Гвозди забивная. Вот. Ну не то, что я не видел этого. Есть, это по одному есть. А есть прям как автомат. Лента заряжается с гвоздями. Вот такие аппараты видел. Короче, вот остался нюанс. И вот вы видите, да? То есть, как здесь вот обрезал я ткань, где-то поролончик, синтепончик видно. Здесь уже все это скрыто, скоба скрыта, ничего не видно. Такую вот ленточку вот, складываете, подтягиваете ее. Вот, раз, чуть-чуть поднатянули, все. Она равномерная, узенькая полосочка.
красивенько, чистенько и опрятненько. Лайфхак для начинающих, я думаю. Ну вот, кстати, здесь работает парнишка. Я ему, он для чего-то ленточки режешь. Он не знал этого. Как бы, понимаете? Вот. Кто-то не знает, как это делать. Поэтому берите на вооружение. Ну и вот, друзья, конечный вариант. Гвоздики. Вот эта тесемочка скрыла все косячки, которые не надо видеть никому. Так оно выглядит сбоку, сзади. Везде гвоздики. Вроде бы все замечательно. Все. Кому интересно, какие-то вопросы, задавайте. Ждем комментариев, лайкосиков, соответственно. Ну и до встречи. Спасибо за просмотр.